Приветствуем вас на нашем YouTube-канале, канале, на котором мы снимаем видеоролики, связанные с устройствами и усложнениями наручных часов. Сегодня в нашем видео мы попытаемся ответить на такой часто задаваемый вопрос, для чего нужна шкала и вращающийся безель в наручных часах. Для этого мы используем Breitling, хронограф. И так перейдем к ответу на этот вопрос. Если вам необходимо засечь определенный отрезок времени, скажем, какое-то событие должно будет произойти через 20 минут. Для того, чтобы не запоминать, с какого момента идет старт, отсчет, вы можете просто нулевую точку своего безеля переместить в положение секундной стрелки. Совмещаем нулевую точку безеля с положением минутной стрелки. И если вам нужно точно знать, когда пройдет отрезок 20 минут, то минутная стрелка, двигаясь по циферблату, она окажется в положении 6 или 7 минут. То есть она совпадет с отметкой 20 на вашем безеле. И с этого момента пройдет именно 20 минут. Вот для чего необходим вращающийся безель на ваших наручных часах. Стоит также отметить, что вращать его следует только в определенном порядке. В данном случае это против часовой стрелки. Для того, чтобы не сломать, не испортить свои наручные часы, перед тем, как пользоваться этой функцией, необходимо все-таки ознакомиться с инструкцией. Всего вам хорошего. Если у вас возникают какие-то вопросы, связанные с наручными часами, задавайте их в комментариях к данному видео. Ставьте лайки. Всего вам доброго.